avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile. Contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre, attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que la l'oiseau entre dans la cage. Клетку с настежь открытую дверцу. Затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь очень приятное и нужное очень для птицы. К дереву полотно прислоните, за деревом спрячьтесь, не двигайтесь и молчите. Иногда она прилетает быстро и на жердочку в клетке садится. Иногда же проходят годы и нет. Не падайте духом, ждите, ждите, если надо, годы, потому что срок ожидания, короткий он или длинный, не имеет никакого значения для успеха вашей картины. Когда же прилетит к вам птица? Если только она прилетит. Храните молчание. Ждите, чтобы птица в клетку влетела. И когда она в клетку влетит, тихо кистью дверцу заприте. И не коснувшись ни перышка, осторожно клетку сотрите. Затем нарисуйте дерево, выбрав лучшую ветку для птицы. Нарисуйте листву зеленую, свежесть ветра и ласку солнца. Нарисуйте звон мышкары, что в горячих лучах резвится. И ждите, ждите за тем, чтобы запела птица. Если она не поет, это плохая примета. Это значит, что ваша картина совсем никуда не годится. Но если птица поет, это хороший признак. Признак, что вашей картиной можете вы гордиться. Вкусные кушки.
оставить в углу картины, взяв для этой цели перо поющей птицы.